Последняя четвертьфинальная пара супер тяжелого веса. Кит Херинг, Рамазан Меджидов. Соответственно, США и Россия. И я сразу хочу попросить прощения у телезрителей, потому что иностранный участник у нас есть один. Вот он. Так притаился, я его не заметил. Итак, США против России. Оба представителя, кстати, вольной борьбы в прошлом. И Кит Херинг, и Рамазан Меджидов. Вот Рамазан Меджидов нам это наглядно продемонстрировал. Проход в ноги, прилично еще проход в ноги. И, кстати, сбивает Кита Херинга вниз. И, кстати, разница в весе в этой паре тоже достаточно приличная. 125 килограмм весит Кит Херинг, и 95 всего весит Рамазан Меджидов. Так что где-то там порядка 30 килограмм разница тоже есть. Но, вы знаете, я видел Кита Херинга на соревнованиях на чемпионате мира по валитуда. Он произвел очень благоприятное впечатление. Вы видите, как он технично сейчас ушел из-под Рамазана, вот захватом, переворот захватом руки на ключ. Такой прием из вольной борьбы. Тоже нам ответил, так сказать, Рамазану выпадом на выпад. Показал, что он тоже очень неплохой вольник в прошлом. А Рамазан Меджидов, кстати, кроме того, что он мастер спорта по вольной борьбе, он еще мастер спорта по кикбоксингу, по рукопашному бою, причем бронзовый призер по кикбоксингу мира по версии ВАКа. Видим еще раз смену положения, называется, что называется, потому что Рамазан Меджидов ушел и еще раз ушел Кит Херинг. Посмотрите, как ловко вот эта вот многокилограммовая туша так перевернулась и выскочил из неприятностей, причем захватил ногу Рамазана Меджидова, и есть реальный шанс у него, если он умеет это делать, есть реальный шанс у него, в общем-то, сделать болевой. Нет, ушла нога у Рамазана Меджидова, и сейчас он находится сверху, и вот ударами, стандартными ударами, так сказать, пытается разболтать Кита Херинга, чтобы отдал бы он ему руку, ногу, там, шею, что-нибудь для болевого приема, либо эти удары завершатся. Еще раз попытка Кита Херинга точно так же поменять положение на более выгодное, она, к его сожалению, не вышла. Рамазанов остался сверху. И, кстати, я вижу сейчас скрещенные ноги, ноги американского спортсмена, они в борцовках. По правилам, человек вышедший, боец вышедший в ринг в обуви, в любой, неважно в какой, уже не имеет права бить ногами. То есть это либо ошибка Кита Херинга, либо настолько уверенность в своих силах, что он говорит, что да, я бить ногами не буду, у меня достаточно в арсенале хитрых приемчиков для того, чтобы одержать победу и без ударов ногами. Посмотрим. Попытка. Валера, хочу обратить внимание наших телезрителей, сколько людей пришло посмотреть эти уникальные поединки. И гвалт стоит совершенно неимоверный. Вот в связи с этим я хочу спросить, а вообще у Конкатиона есть шансы снова стать олимпийским видом спорта? О, нет, не знаю. Как бы в эту сторону мы, конечно, идем, мы уже стоим на этой дорожке, уже, может быть, в 2004 году в Афинах. Он будет как показательный вид спорта. Это большой вопрос, к сожалению. Я думаю, что мы, Лен, вернемся попозже к этому вопросу еще раз. Это очень достаточно, так сказать, насущный вопрос. Давай мы досмотрим бой, потому что положение периодически меняется, но концовка всегда остается за Меджидовым. Он всегда остается все-таки в более выгодном положении. Я думаю, что, наверное, как борец, он посильнее, наверное, был. И может даже сейчас. Мы видим повтор. Поднял судья, естественно, Шанхуа. Вот видите проход в ноги Рамазана Меджидова. А вот это, видите, тот самый ловкий уход, о котором я так восхищался. В принципе, я им еще раз могу восхититься, потому что при массе 125 килограмм, повторяю, так вот ловко вывернуться, это, в общем-то, надо быть достаточно хорошим спортсменом и очень, очень хорошо все видеть. Еще раз то же самое Рамазан Меджидов нам демонстрирует. Вы видите? Уходит под руку, пытался пробить Кит Херинг левой рукой с ближней руки, ушел под руку Рамазан Меджидов, захватил ноги и опять очутился внизу американский спортсмен. А Рамазан Меджидов все в том же ключе пытается решить все тот же вопрос, что называется. Выскочил еще раз американец. Но уже он так, в общем, уже, что называется, Рамазан Меджидов работает первым номером, а он уже вторым. Это, в общем, всегда не очень удачно для спортсмена, потому что тебе навязывают, ты только отвечаешь, то есть не можешь вести свой рисунок боя, опять остановка. Что такое? Сдачи не было, я точно видел. Еще раз нам показывают этот прекрасный кубок, учрежденный раунд на риски Никель, который получит достойнейший, как я уже говорил, по итогам 99-го года боец. А я вижу красноречивый жест головой, вы видели, покачал врач. Это значит, что Кит Херинг не сможет продолжать бой, видимо, серьезное рассечение. Смотрим повтор, прекрасный перевод захватом руки на ключ. Я оказался провидцем, можно сказать, или накаркал, потому что Араб Халид действительно остался единственным иностранным участником в сетке соревнований.